как бы это уж погода, снег, снег. Ко всему люди привыкают. Я так думаю, что у нас городские улицы хорошо чистят. Снегопад, я даже, ну, сегодня не снегопад, а буран такой небольшой был. Все нормально, дороги чистят. Сейчас, мне кажется, каждый старается, в общем-то, водить аккуратно, потому что никому не нужны ни дополнительные затраты, ничего. В снежных заносах какие сложности возникают у водителя? Гололед и плохое сцепление с дорогой. В усиленном режиме сегодня работают и коммунальщики. Во дворах многоквартирных домов уборку ведут дворники и 20 единиц техники. Собранный снег вывезут на полигон. Эта неделя действительно у нас осадки. Да, управляющие компании ведут усиленную работу по очистке. У нас четыре компании имеют свою единицу техники, остальные работают на аренде, получают технику под аренду, по договору, и, соответственно, максимальное количество техники сегодня направлено по очистку снега дворов территории нашего города. Снег и метель, согласно прогнозам, будут продолжаться всю рабочую неделю. На дорогах возможно образование гололедицы, местами снежные заносы. В непогоду спасатели рекомендуют воздержаться от поездок за город. А в городе из-за плохой видимости, гололеда и снежных заносов водителям и пешеходам следует наиболее осторожно вести себя на дороге.